Ставьте, он готов. Версия 0.3.0.3.16. Неужели они хоть год-то изменили? И без фикса игра запустилась. О, как оно. Делами. Куда нам ехать, на чем? Пересесть. На чем ехать? Поеду на Урале. Функция пересесть. Что тут с картой? О, бляха-муха. Карта тут. Тоже там, о, что-то открылось. И ёкарный бабай, тебя не выкинуло? И тут нажал, свернул, блин, этот самый, свернул игру. Так, что, я не знаю, что брать-то, ввести. Гараж тут есть еще. Так, не вижу, лесоповал, один гараж. Дела. Разные части они нафиг не нужны. Так, бортовая платформа, платформа лесовая. Прицеп просто есть. Колесо есть. Все. Я готов. Бэк работает, я ее и текстуры обратно запихал. Потому что оно при обновлении все удалилось. А, блин, он не запихнул эту вокруг, кружочек-то вокруг машины. Так, подожди, надо посмотреть где-то, как ее зовут. Лесоповал, слева. Ого, так тут и на прикинь проехать к нему, походу. Ну да, поехали заправляться. Там, походу, далеко ты не пилить. Док работает, прикольно. Интересно, если пляж. Тут может можно по воде к нему проломить. Ну-ка. Попробовать срезать. Как всегда. Блин, клево по-моему. Воду здесь клёвскую сделано вообще супер. Как будто повесить не где-то. Где-то тут, наверное. Ой, вот тут можно по воде прям шпилить. Походу где-то. Где-то мы туда едем. Да, все нормально, все будет по воде прям. Просто фигачим. Дальше там лес. Дальше лес. Лес, да. Экс, походу, рудняк полнейший. Ну-ка. Где-то он слева. Где-то слева. Лазить как-то уберется. Короче, мы встрянем тут с этими распусками. Пипец. Дела. Слева. Если плывал слева. Ну-ка назад. Пошел там, нет?
как бы что-то разбудил, значит, ты тут где-то недалеко. Что-то встал ты там. Бляха, вот я тоже вижу его, смотри, вот он где-то тут. Рассвет-то там есть впереди. Как-то кто-то двигается. Ты там вот нашел, где пролезть, смотри. Сейчас я полезу. О-о! Прилетело мне немножко тут. Да что ты будешь делать-то? Клёкся вообще. И запихнул, блин, кружочек. Это надо тоже зачем-то брать. Вокруг машины. Ну, а клёво, скажем, это весенние разливы, как бы. Так, вода, пилорама. Ты прикинь, это тут реально где-то вон. Вон дорога ж есть где-то, слышишь? Дорога. Погнать по дороге, может, прокатиться. Где-то есть такая дорога. Грибы надо давить, достижения собирать. Корзинку надо было взять за грибами сразу раз. Грибы никак попасть не могу на грибы. Грибочки. Грибы прям в воде тут растут. О, где грибы надо собирать. На болоте грибы растут, обалдеть. Так, починить внешний вид автомобиля. 50 ремонта.
что. Ну что, вот открыть точку. Правее надо как-то, по-моему. Где-то тут вот по второй прямо колен по лужу, поэтому вот туда выпиливать. Или там должно быть далеко. Что-то, по-моему, не поменяли они камеры на прицепе, как-то оно повеселее стало. Подсветка, по-моему, по-другому как-то стала вокруг этой машины. Как-то сверху, что ли, она стоит, не пойму. Так. Одну открыли. Погнали до второй. Так, нам надо опять на воду. Возвращаемся на воду.
Так, тут ты куда пилить? Наверное, так же и пилить, как мы сейчас только что приехали. Пилорама. По дороге, короче. По дороге, по дороге. Мне кажется, мы туда прям. Надо пилить там же, как мы и ехали. Пойти по воде. Вот и куда пилить по-другому. Поехали. И поехал напрямки. Короче. Это точно. Пролезть там. Надо было, пока видишь, собирался. Не хочется даже это. Лебедочки. Вроде. Не, подожди, это немножко мне надо как-то выпутаться. Назад, наверное, немножко надо. Не хочет. Назад, подожди, назад. Вперед. Все, пассивочки. Вот. По луже, короче, все ехать не надо. По луже, по луже, по луже. Короче, все по луже. Я говорю, все нормально. Я сейчас показываю. Перегряга болота. Еще было друг у друга. Так я говорю, все равно ничего не будет на работу. Вот сколько времени тут просто родить. Где-то подъехать, посмотрим. Вроде надо.
враги перед ней убить. Дорога-то ведет. Куда-то туда и ведет. Ты напрямки решил через лес, что ли? Сейчас встанешь на меня. Давай по дороге. Вот, вот сейчас там залипнешь. Колян, ты там встрял-то, походу. Да, тут лес-то вообще жестяк. Может, вообще не пролезть. Охренеть. Тут вообще не проехать. Че? Вот и ломанулся. Действительно, на велосипеде только ехать надо. Я вот со стороны вот пилорам, блядь, просто не сюда смотрю. Попадос, че? И назад тебе там никак не вылезти. Поеду, я тебя объеду.
ты, блин, да. Сейчас попозже чуть буду. Опа, Коляна, тут участковый на УАЗике к тебе. Выехал. У меня аж текстура милицейского УАЗика. Участковый за тобой приехал. На желтом бобике. Че, поехали? Где тут дорога? Сюда, наверное. Сюда налево.
сюда. Вот сюда, наверное. Это прям, по-моему, пошел. Прямо, прямо к полю едет. Если дорогу увидишь, что по дороге нужно будет направо. Бери правее, правее. Правее, правее, ты опять не попадешь. Вот, вот сюда, давай ко мне подъезжай. Вот, вот здесь надо. Опять типа тут влево учесал. Не туда поехал. -то. Едь ко мне сюда, где-то дорога. А, ну вон Урал мой стоит, нормально. Выезжай сюда на дорогу и по дороге вот здесь. Чё ты пропал опять куда-то? А, вот. Плохо, вот фар не видно. Скрин делал. Стоял. Цветочка. Короче, налево там. Уже налево поворачиваем. Вроде сюда. Да. Ой, подожди. Наверное, рано. А, не-не-не, правильно, правильно. Поправее бери. О, приехали, он должен стоять.
что-то. На каких-нибудь тракторочках, знаешь, тут, или на маленьких машинках, чтобы подольше возить, гонять. Все, вырубаю видос.